нужно. К примеру, в КПЭ госкорпорации МСП просто там стоит директоров, поэтому я это знаю. Там одни из ключевых КПЭ у, допустим, у заместителя директора, кто за это отвечает, это проведение обучающих семинаров. Их количество в электронном виде, оно постоянно растет и в онлайн, и на таких семинарах полные залы. И деньги не валяются, да, под стулом. Они и госзакупки, и закупки госкомпании — это огромный рынок. Только в этом году будет по спецторгам государственные корпорации закупят на 3 триллиона 200 миллиардов продукцию малого бизнеса, уже законтрактован. 3 триллиона 200 миллиардов. Это только по спецторгам, подтвержденных контрактов. Это только те, кто мониторит число компаний. Это огромный рынок. Это наш бюджет 20 миллиардов, вот годовой, да? 20 триллионов, извините. Это почти что, ну, больше, чем 15% бюджета Российской Федерации. Вот, поэтому надо учить людей, да? Но нужно обеспечивать своевременных расчетов, защиты поставщика, в том числе, не только заказчика. Ну, вот каждый год есть такой форум за честные закупки. Мы там подводим эти итоги развития этого рынка. И кроме того, на Московском финансовом форуме международном Минфин, который организует правительство Москвы, там всегда есть отдельная площадка по государственным закупкам. Это Москва лидер номер один. В этой платформе московской уже 33 региона подключилось. Надо еще больше подключаться. Потому что это не только современные цифровые технологии, это еще и выход на московский рынок для региональных компаний через подключение к этой платформе.